как и обещали, созрел наш сырок манчего. Хотим его продегустировать, показать, что у нас получилось. Значит, сделали мы его 8 августа. Сегодня у нас 27 ноября. То есть 5 месяцев без малого он у нас выдерживался. Ну и, собственно говоря, сейчас разрежем его. Если он разрежется, покажем разрез и... Ух ты, держится так с трудом. Покажем разрез и расскажем о вкусе. Конечно, надо делать головки значительно больше. Разрез очень достойный. Ух ты, как пахнет. Вообще супер. Так, разрежу еще так. И сразу же отрежу кусочек. Достаточно твердый сыр получился. Но манчего и должен быть твердый. Так, друзья, сейчас показываю вам разрез. Вот, посмотрите, пожалуйста, на разрез сырочка. Очень плотная структура, есть небольшие поры. Ну, выглядит очень хорошо. Конечно, по краям подсох, но из-за того, что маленькая головка. Видите, разный цвет. То есть центр одного цвета, края другого цвета. Но пахнет он просто божественно, друзья. Сейчас попробую и расскажу, какой он на вкус. Срежем латекс. Надо было взять бокальчик вина. Mm-hmm. Аромат просто потрясающий. Аромат какой-то вот такой цветочно-фруктовый. Пахнет очень вкусно. Ну, очень яркий аромат. Такого сыра в магазине не купите. Уже слюнками давлюсь. Правда. Аромат просто потрясающий. Ладно, попробуем на вкус. Очень вкусно. Получился отличный твердый сыр. Немножко пряный вкус. Ну, мне сложно, конечно, я не дегустатор сыров, вот он вкусный и все. Как передать нотки, я не знаю. Он реально очень вкусный. Причем он совершенно не твердый, я боялся, что он будет твердый. Он отличный, просто за счет того, что маленькая головка, резать тяжело. То есть он, ну, не крошится. Совершенно нормально эластичный. Он очень мягкий. Ладно, хватит хавать, а то я сейчас буду 10 минут хавать. Друзья, манчего удался. Получился очень вкусный ароматный сыр, действительно потрясающий. Вот, поэтому рецепт можно считать, так сказать, хорошим, правильным. Кстати, ссылку на рецепт, как мы его готовили, я размещу в описании видео. Если вы не смотрели это видео, просто очень многие подписчики ждут дегустации манчего, поэтому я забыл сразу сказать. То есть в описании можете посмотреть, будет ссылка на рецепт приготовления этого прекрасного сырочка. Ну, собственно говоря, друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, если кому-то не нравится вдруг. Но я очень надеюсь, что всем нравится, мы очень стараемся. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!